Привет! Чем хорош робот-пылесос? Он требует минимального внимания и дает приемлемое качество уборки. Впрочем, просто пылесосить пол – сомнительная уборка. К счастью, новый Dreamy X40 Ultra Complete умеет еще его и мыть. Я протестировал новинку, перекладывая на него уборку квартиры в течение пары недель. Вы на канале CityLink, меня зовут Олег. В этом выпуске рассказываю, как новый пылесос компании Dreamy с этим справляется. Поначалу возникает вопрос, почему коробка от пылесоса такая огромная и весит целых 20 килограмм. Открыв ее, почувствовал, что над головой загорелась лампочка, и все стало на свои места. Половина всего объема занимает базовая станция, и еще часть – сам пылесос. Также в комплекте есть насадки-швабры с 6 запасными комплектами тряпок для них, 4 мешка для сбора пыли, 2 запасные боковые щетки, 3 сменных HEPA-фильтра, 1 центральная щетка, щетка для чистки станции и литр моющего средства. Комплект внушительный, и по холодным подсчетам его хватит на год использования. Dreamy X40 Ultra Complete – классический робот-пылесос в белом цвете. Да, дизайн не кричит о себе, но в этом в целом и плюс. Меньше видно пыли и отпечатков. Верхняя часть из глянцевого пластика, по периметру матового. Качество материалов и сборки на высоте. Все добротное, создается ощущение надежности. А вот базовая станция внимание к себе привлекает сразу же. Хотя назвать ее именно док немного унизительно, ведь она не просто заряжает пылесос, но еще и обслуживает его. Внутри установлено 2 бака для воды. Тот, что темный, для грязной, светлый, для чистой. И что самое интересное, отдельно можно докупить набор для подключения к канализации и системе водоснабжения. В таком случае пылесос сможет обходиться практически без вашего внимания. Впрочем, налить и слить воду раз в неделю не такая уж и сложная задача. Однако вода – это не вся жидкость, которая требуется для полноценной работы устройства. В передней части станции под крышкой расположен бак для моющего средства. Он довольно вместительный, а расход средства экономичный. На уборку 200 квадратных метров ходит примерно четверть бака. Управление пылесосом осуществляется через приложение Dreamy Home, которое доступно как на Android, так и на iPhone. Для подключения робота нужно отсканировать QR-код, расположенный под большой крышкой в верхней части устройства. Отсканировали его, ввели пароль от Wi-Fi, обновили ПО до последней версии, и робот готов к работе. Почти готов. Сначала нужно построить карту, отметить сокровища, которые лучше не убирать. Например, ванную комнату, место под рабочим столом или лежанку собаки. Для этого в течение 10 минут Dreamy X40 Ultra Complete проедет всю квартиру и отсканирует ее. При открытии приложения на главном экране отображается информация о состоянии робота-пылесоса, чем он занят и каков процент зарядки. Если он стоит на зарядке, можно запустить уборку, нажав характерную клавишу Play. В таком случае уборка будет происходить в автоматическом режиме. Если нужен определенный вариант уборки, нужно перейти к настройкам устройства. На выбор представлены два режима – Clean Genius, где ИИ сам анализирует, как ему лучше убираться, и второй вариант – ручная настройка. В ручном режиме можно выбрать сухую, влажную, комбинированную, влажную после сухой или настроить отдельный режим для каждой комнаты. Для каждого из режимов можно выбрать дополнительный параметр. Для сухой – мощность всасывания, маршрут движения, быстрый или стандартный. Для влажной также можно настроить маршрут движения, а еще насколько мокрая должна быть насадка швабры. На выбор пользователя представлен ползунок со шкалой от 1 до 32. Забегая наперед, скажу, что последний самый лучший. И это мы оптимизировали самые базовые параметры. Дополнительно можно настроить режим уборки ковров, чтобы сначала убирались они, а затем пылесос подъезжал на базу, ставил швабры и мыл пол. Практично, если у вас светлые коврики. Также можно активировать Mop Extend на базе ИИ для более качественной уборки вдоль стен и мебели с ножками. А для базовой станции можно настроить промывку насадок швабры, их сушку, очистку, добавление моющего средства и многое другое. Всяких датчиков для уверенного перемещения по квартире у Dreamy X40 Ultra Complete не меньше, чем у автомобиля с автопилотом. Здесь есть камера со светодиодом и пара лазерных датчиков рядом с ней, а также лидар в верхней части устройства. Все это нужно для определения препятствий, вставших на пути уборки. Dreamy X40 Ultra Complete может распознавать до 120 видов преград. Провода, игрушки, домашние животные, оставленные на полу кроссовки и многое другое. А еще движением робота-пылесоса можно управлять через мобильное приложение, превратив его в подобие машинки на радиоуправлении.
Это очень прикольная вещь. Прошла неделя, а я все балуюсь этой функцией. К слову о передвижении. За это отвечает два резиновых колесика с глубоким протектором, которые вращаются с помощью электромотора. Моторчик не очень скоростной, но позволяет разогнать пылесос до скорости около 30 см в секунду. Этого более чем достаточно для быстрой уборки дома. При всем при этом X40 Ultra Complete довольно маневренный. Он без проблем преодолевает ковры, пороги и другие препятствия высотой до 22 мм. Помимо лидара, камеры и датчиков внутри установлен небольшой бак для воды объемом 80 мл. С одной стороны, это немного, с другой, такого объема достаточно для тщательной влажной уборки одной комнаты 12 квадратных метров. А если вода заканчивается, робот автоматически подъезжает на дозаправку и очистку швабр. А еще у нее есть щетка с выдвижной конструкцией. Это позволяет залезать практически в любой угол дома. Стыки между стенами, углы столов, шкафов и прочие мебели. Dreamy X40 Ultra Complete подметает идеально. Этому способствует не только конструкция боковой щетки, но и мощность всасывания до 12 тысяч паскаль, которая позволяет убрать весь мусор без остатка, в том числе и волосы. Перед тестированием Dreamy X40 Ultra Complete я намеренно не включал своего робота и не мыл пол, для того чтобы результат был более наглядным. Первая уборка площадью 31 квадратный метр заняла 66 минут. Может показаться, что это долго, но нет. Учитывая автоматическую регулировку мощности всасывания с интеллектуальной системой определения покрытия пола, это вполне приемлемо. Тем более робот убирался самостоятельно, я лишь наблюдал и работал на диване. А вот во второй заход уже с мытьем полов заняло меньше времени, 50 минут, и к качеству уборки не осталось вопросов. Робот-пылесос тщательно убрал все пятна и включая липкие следы. Такого результата удалось добиться за счет того, что насадки швабры вращаются, а не просто протирают пол, как это делают на недорогих моделях. Это позволяет добиться такого удивительного результата. Приятно, что после уборки не приходится самому мыть тряпки. За меня все это делает станция самоочистки. В процессе она нагревает воду до 70 градусов и убирает следы грязи с тряпки. Затем станция высушивает их в течение 2, 3 или 4 часов. Как итог, на тряпках ни запаха, ни следов грязи. За автономность отвечает аккумулятор на 6400 мАч. По данным производителя, она заряжается на 30% быстрее, чем у других роботов-пылесосов Dreamy без быстрой зарядки. Сам же процесс занимает около 4-5 часов, в случае если устройство разрядилось полностью. В рамках, можно сказать, двухкомнатной квартиры разрядить пылесос в ноль довольно сложная задача. За час устройство потеряло 21%. Неплохо, учитывая качество уборки. Что имеем по итогу? Dreamy X40 Ultra Complete можно назвать идеальным помощником по дому. Мощный, тихий, эффективный и неприхотливый. Просто заливайте и сливайте воду, добавляйте моющее средство и раз в 2,5-3 месяца меняйте мешок для пыли. Если докупить комплект для подключения к водопроводу и канализации, тогда робот станет еще более автономным. Единственным условным недостатком можно назвать цену, но это флагманская модель, которая и предлагает больше, чем более доступные версии. А как вам новинка? Пишите ваши комментарии ниже, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши соцсети, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Олег, еще увидимся. Пока!